У меня в руках 3 мегапетарды. Мы засунем перчатки. Опасно, опасно. Боец, тогда присоединяйся. Кто-то скажет октагон, чтобы сошли с ума. Так и есть. Мы давно сошли с ума, и ради вас мы готовы на многое. Значит, у меня в руках 3 мегапетарды. Black Tiger называется. Вот здесь мы видим 3 варианта перчаток. Bad Boy, Hayabusa и Fightella. И сейчас специально для вас мы засунем эти петарды в перчатки и посмотрим, что будет с перчатками после разрыва. Ребят, это трэш. Это трэш, даже резать не надо. Вы сами все прекрасно видите, что случилось с перчаткой. Real fight. Реальный Real Tiger. Если честно, я не знаю, такие петарды продаются вот в обычных киосках. И такая петарда может просто реально разорвать вот все что угодно. Мы не рассчитывали, что она разорвет перчатку на самом деле. Ребята, это трэш. Сейчас мы увидим, что будет с Хаябусой. Следующая. Ребят, нам пришлось сменить место локации, потому что опасно, опасно. Значит, сейчас у нас следующий испытуемый. Это перчатка Хаябуса, выполненная из эко-кожи, то есть кожзам. Поехали. Итак, что получилось в итоге? Что осталось от Хаябусы? Давайте посмотрим, сколько наполнителей. Да практически нисколько. Остался ошметок небольшой нашей петарды. Натуральный кожзам. И как и заявляет производитель, 2 слоя пены в полиэтилене. Один слой, второй слой и третий непонятный слой. Короче, вот такая вот перчатка Хаябуса получилась изнутри, и резать даже не нужно. А вы можете присылать свои комменты, отзывы, и мы взорвем в следующий раз то, что вы захотите, любой бренд. Нам для вас ничего не жалко. Либо присылайте любые другие комменты, что мы можем сделать с товаром, а мы можем для вас реально все. Итак, у нас осталась перчатка Bad Boy. Качество непревзойденное. Хаябуса уже отлетела, Fightella отлетел. Что же нас ожидает здесь? Ну что же, ребят, объективно, если сравнивать наши перчатки, то, в принципе, сравнивать нечего. Разорвало реально все. Просто можно сравнить по остаточному принципу, где больше осталось материала, грубо говоря, на какой перчатке. Вот Fightella, допустим, перчатка, ну вообще разлетелась в хлам. Хаябуса реально подплавилась, как бы, и тоже так подразлетелась больше. Вот больше ошметков осталось на перчатке Bad Boy. Это все, что можно как бы по большому счету сравнить. Петарда качественная, взрывная волна серьезная. Перчатки сами по себе были ну, не столь качественными. В следующий раз мы попробуем более качественные перчатки из натуральной кожи и больше слоев пены где будет. А вы оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите, что вы хотите увидеть в следующий раз. Какие бренды, что нам с ними сделать, сжечь, может быть взорвать тоже, может быть порезать еще чего. Соответственно, Octagon Shop, твой путь к победе.